Всем привет! С вами Автогода. И тут такое дело. Когда я последний раз ночевал на крыше Volkswagen, это был центр Питера и Калифорния. Калифорния — это, конечно, топ, и не каждый может себе ее позволить, но если у вас есть Caravella или любой другой автомобиль и очень хочется кемпер, то есть универсальное решение. Это Roofer от Everest Touring, и это самая удобная и самая легкая палатка из тех, что я видел. А главное, она стоит не как Калифорния. Крепим, конечно, на крышу. Вес палатки всего 52 килограмма. В закрытом состоянии высота 28,5 сантиметров. Верх и низ из листового миллиметрового алюминия. Дизайн отсылает нас к легендарным прицепам Airstream. И тут так же, как у культовых прицепов, все прострочено заклепками по авиационной технологии. Обратите внимание на округлые формы палатки, углы и борта, загибы крыши и нижнего поддона. Все это создано для достижения эффективной аэродинамики, а это значит, что вы практически не почувствуете разницу при движении с палаткой и без нее в акустическом комфорте, да и в расходе топлива тоже. В отличие от обычных палаток, раскладывается она просто супер быстро и удобно. Не нужно пытаться куда-нибудь впихнуть невпихуемое, просто отщелкиваем замки и раз, откидываем один борт. Два, и раскладываем второй. Вуаля! В разложенном виде длина 215 мм, высота 109, ширина 145 мм, а высота проема для входа 77 на 90 мм. Комфортно? Да, это отличные показатели, особенно если вы путешествуете вдвоем, хотя и на ребенка тут тоже места хватит. По комплектации тоже вопросов не случилось. У нас есть две подушки Ascona, матрас Ascona 140 на 200 мм. Что касаемо окон. Молнии усиленные, есть москитные сетки, на потолке вот такие вот замечательные фонарики на магнитах. Кстати, касаемо потолка и пола, они имеют утеплитель 20 мм. Ткань и каркас палатки полностью герметичны и позволяют эксплуатировать ее в сильный дождь. В случае использования в зимнее время, перед открытием нужно просто смахнуть снег с крыши. Производят такие в России, и они подходят практически для любого автомобиля. Да и вообще, ее можно разложить на любой твердой поверхности. Хотите попробовать? Запишитесь на тест-драйв на официальном сайте.